Іван Григорович, про ситуацію на фронті хочу з вами поговорити. Командир 3-ї окремої штурмової бригади Андрій Білецький говорить про те, що на фронті зараз найскладніша ситуація за 3 роки Великої війни. І звертає він увагу на те, що активізувалися зараз росіяни на Запорізькому напрямку, і ситуацію там називає він небезпечною. Як в цілому те, що зараз відбувається на фронті, прокоментуєте ви? Ну, наше политическое руководство практически технически сдает Донбасс. Почему? Потому что даже с увеличением поставок средств поражения, они действительно увеличились под конец года, практически все, что обещали, наши партнеры пытаются поставить, закрыть год, так сказать. Нет, не принято решение на постановку строй всего личного состава, который может держать в руках оружие. То есть силовых органов. Нацгвардия стала в строй практически в полном составе. Часть нацполиции, ту, которую могли выделить для выполнения боевых задач, все. Министерство внутренних дел в полном составе, мы его не видим. Есть еще много силовых структур, которые могли бы давным-давно стать в строй, но вот они как-то попали под бронь, как угодно их удерживают. То есть часть правоохранительной системы, которая должна в принципе охранять это государство, в том числе от внешнего врага, она сочкует в этом смысле. И понятно, что из-под палки не надо никого загонять, ни в коем случае нельзя бусифицировать или там заставлять выполнять боевые задачи. Надо мотивировать, то есть решать вопросы по постановке, а этого не делается по постановке строя. То есть надо сокращать госаппарат 3 раза, так как минимум предлагать как раз силовикам участвовать в качестве уже военнослужащих, то есть вооруженных силах Украины, только после прохождения через вооруженные силы, только после этого ставить уже в строй в госслужбу. Ну, это израильский вариант, я ничего нового здесь не придумаю. Израильский вариант, именно так это все работает правильно, грамотно. А этого не делается. И, естественно, технически нам есть чем работать, но не кем работать. Вот на данный момент, и Белецкий об этом и говорит, сложнейшая ситуация, причем не так на Запорожском фронте, хотя часть, если считать восточную часть Запорожского фронта, а это западная часть Донецкого фронта, район Великой Новоселки, вот там большая проблема сейчас. Россияне с юга сейчас пытаются восстановить свои позиции, утерянные в прошлом году на Времевском выступе, выйти с юга на Новоселку, они там рядом находятся, Новоселка западнее, Великая Новоселка восточнее, и с юга выйти на Новоселку, а с северо-востока чуть ли не взять в окружение уже Великую Новоселку, причем с северо-востока. То есть они сейчас развернулись со стороны Ясной Поляны, перестали двигаться в сторону Константинополя на пересечении трассы в сторону Курахова, развернулись на запад и движутся в сторону именно Великой Новоселки. Вот это, ну, можно сказать, что это Запорожский фронт. Пусть будет Запорожский, хотя это уже Донецкое, пограничье между Донецкой и Запорожской областями, чуть севернее пограничье между Донецкой и Днепропетровской областью. Там, кстати, несколько километров до Днепропетровской области в этом смысле имеется. То есть это действительно есть проблема, и эту проблему, ну, я пока не вижу, чтобы наше политическое руководство даже думало ее решать. Потому что это же определенный процесс постановки строй силовиков, переобучения для этого хотя бы месяц надо. А этого пока не видно. Вот хорошо Нацгвардия поняла эти наши проблемы в вооруженных силах Украины, подставила плечо. Даже нацполиция стала в строй, там от 10 до 30% сейчас полицейских выполняют боевые задачи и поддерживают по некоторым направлениям, даже заменяют вооруженные силы Украины, хотя реально, конечно, им лучше в ВСУ заходить. Там полное обеспечение вооруженных сил. То есть механизмы есть, они не используются почему-то, но это вопрос политическому руководству. А ситуация тяжелейшая на данный момент именно вот на восточной части Запорожского фронта. Белецкий тут однозначно прав, он просто не все говорит. Сейчас серьезная ситуация, серьезная проблема в районе Курахова, чуть южнее. Россияне пытаются там уже вышли там на полуокружение группировки юго-восточнее Курахова. Это есть проблема, она опять же не решается, постановка строя. Опять же, есть чем, некем. Вот это проблема, это на Восточном фронте. Но тяжелая ситуация тоже, она не легче в том же Торецке,
в Часовьяре по той же самой причине, то есть та же самая картина. Чуть проще сейчас там стало в районе Купянска, ну, за счет там серьезной системы обороны и невозможности масштабных наступательных действий. Но, тем не менее, тоже проблемная, то есть есть проблемы нерешенные. Потому Восточный фронт, тут Белецкий однозначно прав, от Запорожского, ну, считайте, Восточный фронт сейчас в тяжелейшей ситуации. А в Курській області яка зараз ситуація складається для наших Збройних сил, особливо після ось того удару, який був нанесений по командному пункту російських та північнокорейських солдатів? Дело в том, что нанесли отличный, хорошо продуманный, очень, ну, видно было с помощью авиации, авиационные средства поражения, комбинированный удар, потому что и наземные части использовали, скорее всего, «Хаймерсы» работали, там видно было GBU-39, отработка, это, скорее всего, GLSDB с большей дальностью. Хотя могли и самолеты, конечно, сбросить, но высота должна была быть. А значит, скорее всего, «Хаймерсы» работали. Поэтому неплохая, неплохо, отлично проведенная операция, подготовка, ну, авиация, тут всем сказано. Вот, вот это, кстати, работа авиационных средств поражения. В основном, тем более в комбинированном, с комбинированным участием наземников, ракетчиков. Но это один удар. Это если бы сейчас ежедневно несколько ударов таких было, тогда да, тогда бы это дало возможность говорить о том, что, ну, россиянам наносится серьезный ущерб в системе управления, а потом еще и в логистике, потому что мы же Storm Shadow и теми же атакамсами, если бы они тоже дорабатывали, можно было бы там на 200-250 километров доставать. Это значит логистику обрезать. Так вот этого не происходит. Один удар был и все. То есть причина пока непонятна. Это не связано никак с паяльником, вернее, кокошником этим, кедром или, как они еще, орешником его называют. Не с ракетой связано. То есть это подготовка такого рода действий, она все-таки длится. Вот следующих ударов нет. Количество ракет непонятно. На один объект надо 10 ракет. Это надо четко понимать. Война – это математика, все просчитывается. Объектов на дальности в 300 километров, да их больше 200 военных объектов на дальности в 300 километров. А это значит, надо, ну, как минимум 2000 ракет. То есть это серьезный такой, серьезный запрос и, в принципе, работа для наших партнеров. Этого пока еще просто не видно, потому ситуация на Курском направлении как была тяжелая, так она и остается. Один удар, естественно, ничего не дал, хотя для россиян, конечно, это серьезная проблема. Они срочно перестраивают систему управления воздушным движением, то есть использование авиации. Почему был нанесен удар именно по этому штабу, это ПВО, то есть это система ВВСная российская. А то количество войск, которые связываются сейчас на данный момент нашими войсками на Курщине, где-то около 50 тысяч российских федерастов там связано. Ну, в принципе, задача выполняется, ну, где-то наполовину. Нам для того, чтобы полностью выполнить задачу по этому направлению, надо еще примерно 1050 связать. Россияне не приняли решение на снятие основных резервов с Восточного фронта, то пытаются все-таки на два фронта работать, на Восточный и на Курщину в том числе. Потому в этом смысле нам попроще он может быть на Курщине, чем на Восточном. Но, тем не менее, еще полностью наша задача там по этому направлению не выполнена. Потому будем ее дальше выполнять. То есть заставлять россиян перебрасывать туда дополнительные части. Роман Григорович, була інформація, до речі, Associated Press про це писала, що Росія передала КНДР ракети для ППО. В обмін на солдатів. Скорее всего, у него, ну, во-первых, с ракетами у Северной Кореи, мягко скажем, не сложилось. Не с баллистическими толком, особенно системой наведения. Ну, и тем более с именно ПВОшными ракетами. Я думаю, россияне сейчас будут пытаться после отказа Ирана закупать российские С-300 и С-400. Иран после того, как пропустил удар израильских ПВО, особенно, о, не ПВО, а авиации, особенно, которая первый удар нанесла серьезное поражение израильским ПВО, а это в основном российские С-300 и С-400, иранцы отказались от закупки, потому, скорее всего, Путин будет сейчас пытаться как-то завязать по закупке, в том числе и Северную Корею. Но Северной Корее взять нечего, кроме солдат.
вот сейчас, скорее всего, будет вот эта завязка. Ракеты, ну, я думаю, все-таки это С-300 и С-400, это основная ракета, которая нужна будет в режиме системы противовоздушной обороны, но это говорит о том, что Северная Корея готовится к таким же ударам, которые были нанесены по Ирану израильскими самолетами. Готовится и, в принципе, может быть, с точки зрения логики действительно правильно делать, потому что если так дальше пойдет и Северная Корея будет полностью участвовать в боевых действиях в Европе, то может подключиться Соединенные Штаты, а, естественно, включат некоторые механизмы воздействия на Северную Корею непосредственно. Это не южнокорейские, допустим, могут быть удары, а именно американскими самолетами. Примерно такого же уровня, тем же F-16 или F-35. Що ж, будемо стежити за розвитком подій. Роман Григорович, щиро дякую вам за те, що знаходите завжди час та можливість з нашою глядацькою аудиторією ділитися своїми думками. Бережіть себе і до наступної зустрічі вже у найближчий вівторок. До свидання.